Итак, как же подключить? Сначала мы зажимаем кнопку минуса и только после этого подключаем к компьютеру. Ждем 15 секунд. Экран должен быть темным. Ну и дальше переводим все на монитор и смотрим, как действовать дальше. Итак, у меня эта папка 1. Открываю ее. И в этой папке у меня лежит архив. Архив нужно полностью распаковать. Распаковываем в данную папку. После чего можно переименовать, чтобы не было русских букв, только английские. Это желательно. Ну и соответственно заходим в переименованную папку. И все оттуда распакованные файлы тупо копируем на диск C, в корень. Паяльник у нас уже подключен при этом. Далее, следующий этап. Запускаем командную строку от имени администратора. И в прикрепленном файле будут подсказки, которые нужно будет скопировать. То есть копируем CD сначала, запускаем диск C, где у нас лежат уже в корне наши файлы скопированные. Копируем вторую ссылку. Вставляем и запускаем. Ну и у нас пошел процесс заливки русской прошивки. То есть, ну, прошивка как бы остается та же. Единственное, что добавляется русский язык. И все. Паяльник сам перезагрузится и можно пользоваться.